Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления куриных крылышек в соевом соусе. Нам потребуется 2 упаковки куриных крылышек. В 2 упаковках вес 1,5 кг. Соевый соус. Черный и красный молотый перец. Соль и молотый кориандр. Готовить куриные крылышки мы будем в духовке на листе. На лист противня лучше положить бумагу для выпечки. Крылья помыли в раковине под проточной водой, выключили воду. Далее крылья посолили по вкусу, добавили черный молотый перец и молотую паприку, а также молотый кориандр. Руками растираем каждое крыло с 2 сторон и выкладываем на лист. Каждое крыло сверху поливаем соусом. Соуса надо совсем немного. Противень с крыльями ставим в духовку. Будем выпекать при температуре 230 градусов по Цельсию. Крылья готовы, мы их достали из духовки. Они жарились ровно 30 минут при температуре 230 градусов по Цельсию.